Привет, друзья! Я знаю, что на Новый год в России и в Украине было очень холодно, даже до 20 градусов мороза. И вот я думаю, что сейчас в Мюнхен тоже дошел этот холод. У нас наконец-то уже похолодало, выпал снег, но стало очень красиво, просто настоящая сказка. И поэтому я приехала к Изару. Да, ну, я думаю, что вы уже слышали, это мое любимое место, куда я постоянно приезжаю. Вот, и хочу вам сегодня рассказать и ответить на вопрос, который мне постоянно задают, меня постоянно спрашивают, сложно ли мне учиться в университете? Для начала я вам расскажу вообще, как выглядит мой день в университете. Занятия у меня начинаются в 8:30 и до 10:30. Потом у меня час перерыв, который я, в принципе, должна доехать в другой конец города, поэтому, по сути, перерыв около 15 минут, когда я могу что-то перекусить, может, попить кофе. И в 11:30 и до 1:30 у меня еще одно занятие. Потом полчаса перерыв. И в 2 часа начинаются лекции. И лекции идут до 5:30. И таких дней у меня 4 в неделю. И в среду у меня день, когда у меня какие-то другие занятия. Например, вот у меня на медицине в среду был курс, когда мы общались с пациентами и учились как бы делать вступительный такой вот разговор с пациентом. Вот. Поэтому я вам скажу, что, конечно, очень много времени я провожу в университете. Даже если я не хожу на лекции, все равно полдня я должна проводить в университете. И остальные полдня у меня уходят на то, что я или иду на работу и там работаю, или же сижу дома и занимаюсь. Поэтому на ответ, тяжело ли учиться в университете, я вам скажу «да», потому что на это уходит очень много времени. Реально, свободного времени у вас остается мало по вечерам и на выходных. И то, что для меня, наверное, самое сложное в учебе и секрет, который я вам хочу открыть, заключается в том, что контрольные в немецких университетах не направлены, чтобы напрямую проверять то, что вы учили целый семестр. В этом их основная сложность. Ну, то есть у меня, например, большинство контрольных — это тесты. И может на первый взгляд показаться, что да, тесты так просто, легкотня, там наугад поставил галочки и все, но они сделаны так, чтобы спрашивать такие детали, которые как бы, ну, нельзя просто угадать или логически их вывести, очень сложно. Поэтому основная подготовка контрольной заключается в том, что я должна прорешать очень много заданий, которые как бы, ну, контрольных, которые были в предыдущих семестрах. То есть это называется альт-клаузура, то есть это контрольные, которые писали предыдущие семестры до меня. И я должна сделать таких, ну, чтобы подготовиться минимум 5-6. И только тогда я знаю, что я готова контрольной. То есть в этом, наверное, очень большая сложность, то, что сначала ты учишь целый семестр одно, а за месяц на контрольной ты учишь совсем другое для того, чтобы сдать контрольную. Это, конечно, очень комплексная тема, то, что я вам сейчас рассказываю про учебу. Я хочу, чтобы вы мне задавали вопросы, может быть, какие-то детали, которые вас интересуют, я буду освещать в следующих своих видео, потому что рассказать про то, как учиться в университете в одном видео, очень-очень сложно. Но я надеюсь, что я смогла хотя бы ответить на этот вопрос, сложно или не сложно. И, пожалуйста, общайтесь со мной в комментариях, пишите мне ВКонтакте, пишите мне на Ютубе, заходите на мой Твиттер, и я желаю вам счастливого Нового года, чтобы у вас сбылись все ваши мечты. Для тех, кто хочет поступить в университет, я вам желаю успехов в учебе. И до новых встреч, пока!